Всем привет, вы на канале Ангелок. Ангелиночке скоро уже будет 10 месяцев, а у нее до сих пор еще нет игрушки сортера. Интересной, забавной игрушки, которая служит для развития малышей. У нас насобиралась куча монет, копеек, и я решил их обменять, чтобы потом купить игрушку сортер. Давайте для начала посмотрим, сколько у нас монет. Вот. В упаковке из-под чипсов Pringles, старая еще, куча копеек. Я, конечно, сомневаюсь, что в супермаркете возьмут нас эти копейки, поэтому получится у меня или нет, но я попытаюсь обменять их на бумажные банкноты. Открываем вторую упаковку. Это еще старая баночка из-под кофе Nescafe. Тоже высыпаем сюда. Еще одна упаковка. И пакетик. Все эти монеты весят приблизительно 9 килограмм. Но чуть-чуть больше весит сама наша маленькая Ангелиночка. Ангелина угощает печеньем. Дай папе. Дай папе. О, ты моя умничка. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Спасибо. В общем, я обменял копейки, монеты, которые у нас были. И у нас получилось 380 гривен. Сейчас мы идем в торговый центр, чтобы купить игрушку Ангелине. Посмотрим, какие там есть игрушки. Хотелось бы купить классный сортер. Нам еще предстоит пройти 3-4 километра, где-то так. Спасибо, дочь, спасибо. Ты спать хочешь? Дочь. Холодно, да, на улице? Ветер такой сильный. Поэтому Ангелина в шапке сидит. Да. Ага. Мы опять экспериментируем. А ну подними где-то. Да, и раз. Ангелиночка, ты готова? Все, давай. Пошли. Поехали? Давай. Поехали. Стартуем. На старт, внимание, марш. Мьется? А кто тут нас едет? Это как вы так катаетесь? Говори. Мы возле Метеора сейчас находимся. Едем сортер тебе покупать, да? Ты в шоке. Да и мы в шоке. Вот мы и приехали. Уже вечер. Надо быстренько покупать игрушку и ехать домой. Вернулись к любимым фонтанам Ангелины. Ой, смотри, какой фонтан. Вспомнила, дочь, фонтанчик? И на эскалаторе мы с тобой катались. Опля. Она боится. Тебя обрызгало. Классный фонтан. Ты боишься фонтана? А 2 месяца назад ты не боялась. Она и до папы хочет. Мы опять пришли в магазин одежды. И Ангелина что-то себе выбрала. Это лосины. Это лосины? Да. Давай, а платьечко вон есть красивое. Да. Дорогие. Лосины. Да?
Это плащ какой-то. Ну, плащ. Нет? Да, он. Она не вырастет? Это какой-то. Нет, ну это какой-то некрасивый. Это какой-то помадьяный, да? А тебе нравятся эти лосины или не нравятся, дать? Ангелин, дай сюда, дай папе. Дочь. Ку-ку. Раз, два. А, красотуля. Да. Первый раз Ангелина одела очки солнцезащитные. Ну, секундочку. Ну, дай сфоткаться. Не нравится тебе. Подожди. Вот это вещи, да, непонятные. Зачем их носят? Тут много очков, да? Дочь. Пижамка, да? Фриспири, свободный дух. Пальтишка. Элегантные, розовенькие. Ангелиночка играется. Дочь, интересно тебе, да? Надоело ее уже тут находиться. Сумки уже все выбрасывала. И памперсы, и салфетки, и шапочку. А там... Понятно. То есть ты опять, да? Берем шапочку твою. Ложим в сумочку. Все. Ты опять, да? За свою. Не нравится тебе эта шапочка, эта сова. Давай. Опять. Подбираем шапочку. Подбираем шапочку и бросаем сюда ее опять. Ты издеваешься? Давай еще раз. Ну, это не смешно. Нормально? Ну что, полы твои шапкой моем? Все. Все на месте. Надоело, да? Жарко тебе. Пошли выбирать сортер. Где-то здесь, налево. Может и не здесь. Это чуть попозже. Наша Эльдорадо. Вот сортер, да? Шар. Что? Понравилось Ангелиночке. Такое же печенье. Тут игрушки. Вот сортер. Ну это не это. Это просто. Это пирамидки. Thank you.
Вот домик сортер, смотри, есть. 419. Я не знаю, можно или нельзя. Ты в Ангелине спрашиваешь. Смотри, какой. Сортер. Домик. Честно, я такое видела только еще с ключами за 170. Да? Угу. Ну, это никакого звука. Нет, вообще никаких звуков. Вот туда засовываешь, а потом дверь закрываешь. По-моему, мы выбрали игрушечку. Называется сортер Ной Качех. Класс. Тут разные зверюшки. Ной. Это будет тебе на 10 месяцев. Да. Ой, ты моя кукла, ты моя кукла. Обезьянка. Классно. Стоит, правда, 2 раза дороже. 2,5 раза. Ну ничего страшного. Все, берем? Угу. Берем. Папа говорит, что нам 10 месяцев и 3 дня, и вот Ангелиночка уже топает. Ну ей еще в таких тапочках неудобно. Мы не рассчитывали, что будем топать. Ангелина! Иди, иди! Ангелина, бежи, бежи, бежи. Ангелиночка. Что там? Детский магазин. Привет, привет. Папа и его маленькая копия, женская. Да, молодцы. Полетели, полетели. Полетели, полетели. Улыбаешься, нет? Не смешно тебе? Дик. Бегуны. А ну сделай качельку. Все. Убежали. А вы куда уехали? Ангелина самостоятельно поднялась на эскалаторе, а теперь спускается. Взрослячка. И бежать бы добежать. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Все открывается. Фу. Справились мы.